It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know or waste. Как раз подъехали. Ага. Так, ну что ли, давайте выйдем. Выходим. Да, ничего тут страшного. Ну, да ничего. Слушай, какой-то дождь странный. О, тут, блин, нам дальше не проехать. Надо отсюда залезть. Оу. Ну-ка. Я не могу. Ты в порядке? Да. О, вот он чё. Дробовик. И чё так? О, ребят, заходите. Угу. Так, ну что дальше, пешком? Придётся. Агроном, иди вперёд. Хотя, ладно. Давай я вперёд. Кого не жалко? Меня. Самый смелый. Стой, подожди, я с ружьем, может, я вперед пойду, а? Ты меня как открывай. Да я там нашел. Нашел ружья? Вау, заброшка. Дома. Да ну, мы такие каждый день видим. Что-то как-то сейчас... Да ну, нифига не страшно. Ну ладно, давайте, пошлите. Так, где этот особняк? Вау. Я что-то вижу. Нечего сказать. Фу, тут все такое запущенное. Интересно, какие тут свиньи жили. Эй, меня иди. Давай. Там давай быстрее. Ладно. Да, давайте док, заходим. Док. Чисто. На, чисто. Ничего нету. Ах, водичка. Фонтанчик. Все спокойно. Я... Да и нифига не страшно. А, что это сейчас было? Что это было? А, что это за звуки? Тихо, стойте. У меня есть дробовик. Да вроде бы от солнца откуда идет. Слышали? Тут кто-то есть. Пошлите наверх. Вы меня чуть не пристрелили. Слушайте, кто-то бежит сюда. О, вот и все. Все. Слышите? Блин, хорошо, что здесь дерево, все из половины из дерева можно использовать. Люди! Вам. Что? Может, а тут в сундуках кучу добра. Стоп! Только она без полезная. Да вот, это была тут пластинка. Ребят, ничего страшного, это пластинка. Какая пластинка играла. Ух, а это что, это кухня, что ли? Бумага смятая, книга. Люди, я нашел лопату и гаечный ключ. Ой, я возьму. Ну, я нашел какие-то запчасти. Берите кто-нибудь гаечный ключ, чтобы отбиваться, и лопату, чтобы отбиваться, тоже возьмите. Я взял. Давай, я пока буду доступен отбиваться. Я лопатой. Люди, а тут еще есть. Если что, тут двери хрупкие, так, можно открыть. Ладно, давайте спать уже. Народ, я тут посплю. Я не буду один спать. А я здесь. Хотя нет, я здесь. Давай, я пошел, агроном, ты самый смелый. Слушай,
О, гаечник. Вот, у кого есть оружие такое? Сумка. У меня есть. Бумага. Люди, слушайте, а давайте дежурить по очереди. Ладно, давайте я с оружием, и я подежурю. Угу. Я буду тут стоять, агроном, иди там поспи. Давайте, правда, в одной комнате, но только... Да раз, нет, давайте по разным. Спите. Я имею в виду под разным, под комнатом. То мало ли что. Я буду охранять. На всякий случай, смотри за нами. Если что, буди. А, кто здесь? А, блин, что здесь было? Что такое? Я почувствовал дуновение, и будто бы ко мне кто-то прикоснулся. Да ну, я тут охранял. Никто не мог пройти. Не знаю. Может, тебе показалось, приснилось? Даже не знаю. Ладно, что мне не спится. Может, пойду поищу, что ли. Вдруг что-нибудь еще есть. Пойдем, что ли, сходим на чердак? Давайте. Ой, блин, тут пройти нельзя. О, черт. А, это не пролази. Тем более тут пусто. А, сюда даже незачем лезть. Что это было? Мы тоже это слышим. Я слышал. Тут куча грязной одежды. Аккуратно. Где? Ну здесь куча грязной одежды. Да. И бумаги. Пацаны, давайте все в одной комнате спать, а? Там мне как-то страшно. Давайте я тогда перенесу кровать. Кстати, я хочу кое-что проверить. Давайте все пойдем в центральную комнату, вот в эту вот. Внесите кровати все сюда. Я поднимаюсь, вы не теряйте меня, я сейчас поднимусь к вам. Давай быстрее, это страшно. Вам не странно, что ворота везде открыты? По всей... Да. По всему фанку. Мое место. А. Ну и где? Ну, где-нибудь хоть куда кровать поставь. Я на этой буду спать. Ладно, давайте спать. О, вы все уже проснулись. Так. Я предлагаю немножко походить по дому. Начнем с чердака. Люди, а вам не кажется, что подозрительно, что темно, постоянный дождь? Ну, бывало такое. Когда? Меня точно. Если не знаешь, что... А я пройти теперь могу. Вот, там сундук. О, давайте. Телевизоры. Что? Что такое? Почему вы тут? Тихо, слышите? Опять это началось. Тихо. Чё за фигня? Вы слышите это? Прям как-то мелодия. Это ты? Нет, это не я. Тихо. Кто бежит сюда? Аккуратно. Опять. Все приготовиться. А тут громче всего. Нашел.
О! Опять? Опять? Как она сама включилась? Или ее кто-то включил? Ладно, но... я ее лучше с собой буду. Ребят, вы не включали? Я спал. А потом ел. Я тоже спал, вы меня видели. А я там с вами был. Я тоже спал. Как мы вообще оказались здесь? Я не знаю, мы же вроде на чердак к сундуку шли. Пошли тогда наверх. Да, стоп, ну давайте что-то скажем. Да, давайте быстрее. Я разобрал проигрыватель. Ладно, давайте. Все, думаю, музыка больше не заиграет. А я не могу пройти. Черт. И сундука уже нет. Как так? Ай! О. Какого фига? Блин, мы же... Не может быть, там же был сундук. Тут мы могли... вы что, разбегаетесь, давайте разбавим. Люди, врата закрылись, как мы разбегаемся, люди? Как, почему закрылись? Вы слышали это? Что за фигня, что за юмор, откройте. Я их сдвинуть не могу. Ну давай, открывайся. Тяжелые. На. Блин! Как вы... Нет. Твою мать! А, открывайтесь! А, не получается. И стекла тоже не ломаются. Это они слишком прочные. Блин. О, треснуло. Не разбивается. Блин. Да гаечный ключом и не разбивается, да вы шутите? Ну ты смотри. Ну-ка, пробуй. Чё, железный? Капец! Как так? Даже из дробовика нельзя. Чё за... Что это за место? Чёрт! Как так? Блин. Твою налево. Боже. А, чё? Дём. Эй, ты где? Я наверху. У меня что-то телепортировало. Чё? Что это за место? Здесь что-нибудь какие-нибудь предметы, чтобы забаррикадировать эти ворота, а то еще один там будет. Что-то проигрывать. Подпёрок. Как нас угораздило сюда? Блин, а? На первый взгляд вообще не страшный дом. Ну это с какого взгляда, смотри. Как нам теперь отсюда выбраться? Нам не надо знаю. Как-то отсюда, да, выйти. Может, у нас еды не хватит даже. Ну, 2-3 дня. Это точно. И почему постоянно ночь и дождь? Я это еще утром спросил. Хотя утро сейчас или ночь вообще понять нельзя. Ай! У меня осталось 2 банки с тушенкой. У меня одна. У меня 2. И одна бутылка с водой. Надо беречь запасы. Я съем тут одно. Наверное, такую тушенку. Ой, я так вот.